А у тебя сколько? Сколько магазинов? При попадании тебя начинает. Я помню. Не, ну там же за картоном, надо же, наверное, эти прорези не почувствовать. Картон? Ну на картоне же тоже можно поставить. Здесь будет охуенно, я думал, здесь ты поставишь. Просто. То есть даже если была бы тыквы, да, примерно? Попадание такое, что по человеку. Парни, приготовились камеры, моторчик. Да, первый стреляем взрывалки, а потом максимально. Я сейчас объясню правила, да. Пока я стою. Все, что у тебя получается с правой стороны, вот эти вот три пацана, они взрываются при попадании. Они такие пух. Да, справа. Красиво. Для съемок здесь все есть. Большой клуб. Импульс. Ну и соответственно особое внимание никуда не уделять. Попал он, не попал, тоже нам не интересно. Мы заняты только своими. Ну что, парни, все готовы? Все готовы. Сейчас я проверю. На мишени никого? Никого. Камеры. Давайте через стоп. Давайте через стоп. Илюх, подожди. Давай, ты не сам. Не волнуйся, мы тебя не обидим. Это чтобы не унесло? Они одинаковые, да, просто прицел чуть-чуть раз. Да. Ну, просто этот я лично... Они идентично идёт. Жмякните 306. Точно оно. Попадает точно. Парни, ну я рад вас приветствовать на лучшем, между прочим, шоу на Ютубе, хоть у нас не так мало, блядь, просмотров. Но лучше. Но оно лучше, да. Я надеюсь, что с каждым разом люди будут смотреть ее все больше и больше. Я рад, что вы сегодня пришли к нам. У вас будет три раунда, три вида оружия и разные мишени. Я вам обещал, в конце у вас получится пострелять друг по другу из боевого оружия, но никто никакого вреда не получит. У нас безопасность превыше всего и так далее. Первое упражнение. Карабин отставить, ружье. Вепрь, мол, 12 калибра, как вы уже определили, да, патрон размер с большой палец. Значит, ты набрал, у тебя 12 попаданий, соответственно, 120 очков. У тебя 10 попаданий и 100 очков. Обратите внимание на оружие. Техника безопасности при обращении с арбалетом точно такая же, как и со стрелковым оружием. Никуда в бок не вводим, взвели, приготовились к выстрелу, сняли с предохранителя, нажали на спусковой крючок, все отработало. Слушайте, а как надувные чуваки у вас живы, если тут стреляют каждый день? А это не надувные. А, не из цемента? Ну, он из плотного такого. А, то есть у него пуля попадает, это... он ее съедает. А, да? Вот смотри, нет, в него не вот стреляет. Вот этот человек обернутый. В рубероиде. Я знаю, что такое кричит, помогите. Внимательно, парни, я смотрите. На... Парни, по зарядке, посмотрите внимательно. А, вставляешь вот в паз. Берем. Вот эту штуку вот на, направляет кладешь. И вот одновременно, чтобы ровно, вот, короче, вот таз. И все, его бросаешь. Затем, когда ты его зарядил, вот смотри. Кто будет стрелять? По очереди. Ну давай, ну давай ты. Я застрелял этот балет. Вот берешь в руки его. Палец сам тоже на спуск не кладешь. Ты когда его возьмешь. У тебя, когда будешь держать, вот рука, которую держишь, не надо вот так обнимать. Обнимаю. Вот просто упор. То есть вот ты должен локоть упереть в живот, вот твоя стойка. Все окей. Вот. То есть вставляешь стрелу, как только ты готов стрелять, вот. Fire. Safe. Тогда стреляю. Okay. То есть вот ты, когда его, допустим, завел, так как я тебе показал, берешь в руки, бери. Андрюх, подай стрелу, пожалуйста. У тебя спусковой, ты какой? Ты левша? Я левша, да. А, так, берешь стрелу, я взял. А давай вот эту стрелу. Она поярче? Ну, она так, смотри. Андрей! Направляющее перо белое.
ну, вниз всегда. То есть перед выстрелом надо проверить, чтобы наконечник затянут. Ага. Слышишь, да? Наконечник затянут. Отойдите, пожалуйста, от этого. Вот, белое перо вниз. Ну, два пера. Одно. Смотри, вот два пера. До конца, видишь? Которое... Да. Теперь целишься. Вот ты видишь там перекрестие? Ну конечно, только это все чем новое. Ты для того, чтобы сфокусировать, ближе поднестись и дальше поднестись. Видишь, как, ну, конечно, как фокусируется? Как только ты сфокусировался, фаер и стреляешь. Так, а когда происходит выстрел, вот сбоку. Слушай, а можно тебе вопрос? Вот давай. Я сфокусировался, и как фаер? Вот этой рукой? Ты сейчас уже готов стрелять, допустим, с ним ставишь фаер. Вот сейчас. Оп. Теперь целишь, Саша. Вот. И как только ты готов, ты увидишь, вот смотри, прицелился, дыхание задерживается. Как легко. Ты, легко, и отдача. Ты заметил, куда у тебя стрела пришла? Да, вот, ниже, чем должна была быть. Если чуть-чуть ниже, поднимаешь в другую точку. Хорошо. Ну, в принципе, нормально. Тут еще попробуй зарядить. Так, теперь следующий. Следующий. Ну, точнее, давай лучше ты сейчас зарядишь. Зарядишь следующему. Да. Дружище. Да. А следующий зарядишь. Ну, смотри, у тебя сейчас так, стена проработана. Ну, вообще все будет. Здорово. Так, смотри. Смотри, веревку сперва... Натягиваю. Сперва вот сюда. Ага. Вот, пас. Пас вставил. Теперь вот эту штуку... Надеваю на ленту. После этого просто... Что думаешь? Вот смотри, у тебя должно быть одновременно. Хорошо. Я подробно. Перекос. То есть у тебя еще не было перекоса, одновременно теперь защелкивай. Щелкай. Вот, то бросай. Снимай. Я щелкаю. Вот теперь лучше ты стрелять, а потом. Оппонентов объясни. Ты знаешь, молодой человек. Стрелы легче, чем полминуты. Ну, очень быстро будет. Это алюминиевые стрелы, а это карбоновые. Ну что, Андрей, бахнешь? По массе, да, привезли. Так. Бахнешь? Запомни. А мы будем стрелять разными стрелами? Нет, мне нужно синхронно взводить. Вот, теперь будешь взводить ты. Тяни. Ну, взводить интересно достаточно. Да. Все, ну, стрелять. Стрелять? Непонятно. Вперед. Нет тех эмоций, которые передает вот та хреновина, слоновая штука. Потому что не бабахает. Ну да, но это как Хитман. А сейчас она, когда у тебя бабахнет, когда ты попадешь. А, как, ну да, Хитман. Кстати. Она как Хитман. Вот как Тесла. Очень быстро ездит, но без звука. Ну да. Ну, в общем, я тут соревновался с Теслой. Да, это жестче гораздо. Знаете, ход, и все. Но а это тут звуки, разрывы, человека разорвало в хлам. А результат один и тот же убили. Как будет падать раньше? Здесь, то есть ты целишься в точку? Я только узнал от своего инструктора, что если 2 градуса, там 10 сантиметров разброс, как бы. Это на пистолете. Здесь корпус смотрел. Тебе, если стрела тяжелее, она у тебя упадет дальше. Соответственно, ты в точку прицеливания поднимаешь выше, с учетом того, что у тебя стрела пойдет ниже. Стрелы карбоновые легче, чем... А это не карбоновая. А это алюминиевая. Она тяжелая. Клади арбалет. Все, иди домой. Может, кстати, наверное. Fire safety написано. А, сейф. Сейф. Разбегаемся, парни. Начинаем работать. Чтобы было все честно, заряжать будете друг друга. То есть, Андрюх, ты сейчас ему заряжаешь. Спасибо. I need help. Не-не-не, все это. А, смотри, там добрым такую. А знаешь, как первое свидание? И операторы, для техники безопасности при стрельбе из арбалета фронтально, прям сбоку, и лучше не находиться. Находитесь за спиной. Да, спиной прям распрямляйся, это можно ее подсорвать. Готово. Твой выстрел. Сейчас он начнет где-то поймать. Рядышком. Заряжай. Это большая. Да, но я фигур. Честно вам скажу, знаете, как это было? Я посмотрел на среднюю, ну и нахер. Реально, лишь бы попасть уже. Заряжай. Это было круто, это было интересно. Так. Тихо. Помню. Сейчас.
Я на выстрел выбью. Твои ставки. Попадет? А, думаю, нет, потому что его трясло. Стрелы не забудьте, Андрей, пожалуйста. Да, стрела. Да. Вот. Я думаю, нет, потому что трясло сильно. Он морально сейчас меня поддавливал, то помогите ему, пожалуйста. Там на самом деле столько машин, что даже случайно не видно. Братан, мы рядом. Если мы по нулям, парни. Что, Андрюх, какие ставки у тебя? Попадет. Не, не попадет. Да что такое? Я прям туда же, блядь, ту же стрелу. Ни хрена, я попробовал середину целить. Есть! Есть. Это твой? Это маленькая? Ну скажи, что ты случайно попал. Нет, я просто... Ну конечно, скажи, что ты случайно попал, давай будем откровенны. А можно? Андрюх, 30. 160-100. Лёх, ты, похоже, чуть-чуть в жопе. Нет. У нас на самом первом выпуске была вообще... Ну, мы да не подстраивали, так случайно получилось. Была заруба между нашим бойцом из UFC Серегой Павловичем и вот небольшим ростом. Ну, Сергей Романович, актеры, все знают. Я Серега Романовича близко знаю. Вот. И у нас была заруба, и Романович был просто на огромное количество очков выше, а все шло, метали ножи, топоры, разные штуки. И Серега подрасслабился, и большой Серега все довел до такого состояние, что это была крутая заруба. Она мне вообще вверх попала. Не забывай про положение фаер. Ты в большую цель попадет, в маленькую. Да ну жопа как! 160-100, заряжай! А, я вам поставлю. Все, Андрю. Благодарствую. Держись, пожалуйста, вам удачи, пожалуйста, побольше, чем мне удачи. Я же по бабу стрелять делать, в принципе. Смотри. Сейчас мы сейчас атакуем. Поднимем, да. Верхним я точно попаду, подумал я. Здесь все бо... Не попал! Как так? Заряжай. Очень высоко уходит. Андрюх, ты заряжаешь. По одну. Ну, надо, да. А то если с нулем уйду отсюда, знаешь, мне девушки сразу напишут, ты вообще, дети будут, как бы? Есть, сука! Я так и сделал, как ты сказал! Наконец-то наша штука сработала, мазафака, есть! Дайте еще 5 выстрелов, и мы выбьем 100, мне кажется. 30, заряжай, да? Куда пошел? 130, 160. Как я сказал, четко вымерил и в нижнюю чуть. Лёх, заряжай. А, сори. Сейчас ты должен почувствовать, что 30 очков, они прям поддавили. То есть вроде 160 было, а стало 130. Осталось было 60 отрыв, это прям серьезно. А теперь 30. Нижнюю я бы не стал целиться. Ну, это опрометчиво. Хотя бы 10. А 10 вообще ничего не дает. Что 160? Маленькую. За среднюю 20, да? Да. И у нас еще останется один конкурс еще. Да. Там из пистолета, да? Говорит о том, что чуть-чуть пока не делать. 160-130. Есть! Да! Что это, маленькая? Средняя. Это средняя, это 20. 180-130. Сократил. Да, сократил, да. Друга, парни. Влад, это было обновляй. Прекрасно. Опускай нашу историю. А теперь, парни, подходите сюда поближе, я расскажу вам, как это работает на самом деле. Экраны проецируют изображение. Тебе показывают твоего соперника в реальном времени. То есть, как он видит? Сам экран, видите, он в мелкую дырочку от пуль. Сейчас там камера. Есть специальная камера. Когда пуля попадает в экран, она оставляет тепловой след. Это означает крутой результат. Поэтому я ее выверну. Точность попадания остается в записи. Стреляя по экрану, вы поймете, куда вы попали. То есть я по идее, он двигается, я двигаюсь. Да, вы двигаетесь. То есть мы в реальном времени стреляем. Вы в реальном времени стреляете. Из сайги. Ах, нет. Из карабина. Из карабина. Посмотреть на
Да. Андрей, садиться не надо. Садиться не надо, да? Как сел, там и остался. Ага. То есть, ну, чем да, стрельба по моей команде? Я вам вообще предлагаю, парни, идите сюда, стрелки. Мы сейчас пожмем друг другу руку перед тем, как вы начнете. Потому что... Давай, пока. Садитесь сюда. Камеры! Настоящая дуэль. Сейчас прям у меня дрожат. Настоящая дуэль. Нет, просто... Нет, у тебя дрожат рука? Да, очень. Ты крутой. Давай, ты тоже. Поехали. Он крутой. Все ништяк. Все готовы? Давайте поддержим, ребят! Ну, это будет круто. Бойцы по позициям. Сейчас, бригад по моей команде. Внимание! 3, 2, 1. Погнали! Это 30 патронов было? Стоп. Это был тестовый, парни, сейчас не зачет. Система. Это была охеренно. Хуёво настроили. В магазинах не осталось. В магазинах. Да, есть. Есть. Ну, просто попробуй. Сколько они стреляли? Ну, я не помню, сколько они... Лёха высадил, да? Весь магазин. Андрюха высадил патронов 10. Ничего как было? Прикольно. Достаточно кучно у тебя получилось. Неплохо. Мог отыграться прям. Соответственно, это была разминка. Полный? Да. Полный? Да. На исходный. Приготовились! Стрелки готовы? Влад Лен! Работаем, парни! Пуль меньше! Не крути столом! По очереди. Это первый, да, получается, попадание. 190-140. Идем дальше. Еще одно попадание. 200-140. Мимо. 200-140. Есть попадание 200-150. 320-260. Да и что голову такое? 330-260. 300... Ну, ладно, прости. Это было круто. Это было прям круто. Это круто. Это реально класс. Вот это было прям... Офигенский? Это прям... Приз в студию! Поиграл. Еееее! Знаешь, это будет смешно, если мы звоним, поехали. Поехали, ладно, давай. Но, а в чем фишка? Ты проходишь дальше. Твой соперник пока не известен. Кто из победителей? А у нас это Серега Романович. Кирилл Сарычев и одна девушка, я пока не буду раскрывать, потому что в этот выпуск выйдет быстрее, чем тот, который мы снимали. Так. Давай рассказывай, что ты там приготовил. Классно. Приготовили за первое место лук. Лук за первое место. Давай, что лук, посмотрим, что за лук. Вскрывай коробочку. Можно убить человека? Можно. Ему надо. Скрепкой можно человека убить. Ложкой, блядь, на. Так, это вот часть одна. А, он собирается, да? Охренеть. Слушай, мне кажется, можно просто вот так вот человека. Ой. А мне, в принципе, вот этой штуки хватит. А можно разделить. Охренеть. Сейчас парни его подсоберут. Второе место что у нас, пока ты стрелял? Я вижу маленький арбалет. А второе место, как раз, чтобы ты потренировался. Ага. Мини-арбалет. Блин, арбалет круче. О, прикольно. Они решили, что просто лук в таком, ну, несобранном, сейчас они соберут, будет круче. Спасибо. Мини-арбалет. Пушка. Кстати, еще были подарки. Ребята из Молота должны были привезти футболки. А ты не говорил, что это подарки? Не, но у нас не было в магазине, но я передам Илье. Да, обязательно. Обязательно. Давай. Чего? Спасибо большое. Молоко,
с такого поля летаешь? Уже 30 дней просто. Будешь? Или короче, правильно? Нет, нет, это конфеты лучше. Главное, это видит. Цель непонятна, как там стрелять, понятно, мушка, там цель, смотри, целиться по стреле, потому что, короче, фишка в чем? То есть у тебя в повседневной жизни вот эти мышцы вообще не работают. То есть вот ты когда его начинаешь растягивать, у тебя вот эти мышцы здесь вообще не рабочие. То есть если ты начнешь им стрелять, допустим, люди схватятся и начнут работать. Ты не поймешь. То есть на самом деле это вот лук слабый, это детский лук. То есть когда, допустим, новичок приходит в тир, ему дают такой лук для того, чтобы он тренировался. Потому что, допустим, лук 27 килограмм, ты его вообще не взрывает. Вот, тут получается сейчас 20 килограмм. Вот. И на какое расстояние тебе? Вообще полетит на 100 метров. То есть это как бы от стрелка зависит. То есть вот эта штука просто такая развлекательная. Но эффективность 20-25. Целится. 20-25 эффективность у него. Ну, лучше стрелять на 20, ну 15-20-25. Но главное, можно посадить. Что надо говорить? Деньги. Так, и на меня посмотрим. Спасибо большое, спасибо большое. По поводу спиртооружия, гам, огонь, порох в глаза, в нос. Вообще, по стрельбе, ты был знаком со стрельбой или нет? Второй раз в жизни. Первый раз в жизни я стрелял месяц назад, вообще сразу очень понравилось. Сказал сам себе, что все, в следующий раз будет возможность, когда обязательно пойду куда-то стрелять. Спасибо вам, что пригласили, мне очень понравилось. Можно мне фотку сделать сверху? Это реально круто. Ну, то есть это мое теперь увлечение, вот так сказать. Я буду обязательно ходить стрелять. Ну, обращайся, будем, сделаем тебе несколько занятий. Пистолет, ружье, карабин, все дела. Вообще супер. Видишь, мы обучим, научим и так далее. Что, как по первому? Парни! Мы сделаем ружье, да, Только смотри, видишь, у тебя вот выше начал вот ее в пол нельзя упирать, упирай в носок. Носок, видишь? Помните, только не отстреливай. Андрей Скороход, Алексей Столяров. В следующем выпуске нашего лучшего шоу «Царь пушек». Было круто? Было очень. Да, да. А теперь фоточки.